Наша компания сделает вам паспорт болельщика за 72 часа. Вы покупаете билет на самолет и прилетаете в Российскую Федерацию без визы. Виза вам не нужна. В нашей компании дополнительно появились 6 билетов на футбол на 2 июля по очень маленькой цене. Очень маленькой цене. Мархаба биджамия, макум Сергей Мерзляков, мелканацу на Фирусе Арбашин. Я сегодня специально снимаю этот выпуск, он сегодня будет на нашем канале. Болельщики футбола, которые хотят приехать в Российскую Федерацию, отдохнуть и посмотреть футбол, для вас очень хорошие новости. В нашей компании дополнительно появились 6 билетов на футбол на 2 июля по очень маленькой цене. Очень маленькой цене. Следовательно, услуги нашей компании по регистрации паспорта болельщика теперь снижены. Обращайтесь в нашу компанию, для вас это очень хороший и выгодный вариант. Футбольный матч будет 2 июля, следовательно, остается еще 10 дней для того, чтобы вы смогли приехать в Российскую Федерацию, а выехать вы сможете 12 июля, это по закону, то есть после футбольного матча у вас еще есть 10 дней для того, чтобы отдохнуть в Российской Федерации, а потом вы должны уехать. Жду ваши заявки лично на мой номер WhatsApp с заголовком «Хочу паспорт болельщика». После этого вы должны отправить свой паспорт, вашу фотографию в хорошем качестве на белом фоне, ваш личный номер телефона и ваш личный электронный адрес. После этого наша компания сделает вам паспорт болельщика за 72 часа. Вы покупаете билет на самолет и прилетаете в Российскую Федерацию без визы. Виза вам не нужна. Отдыхайте и наслаждайтесь футболом. Спешите! Очень хорошая акция для вас. Цены снижены, следовательно, наши услуги по паспорту болельщика тоже снижены. Жду ваших заявок. С вами был Сергей Мерзляков. Это был канал «Сделано в России 24». Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Жду ваши заявки. Всем пока!